Приветствую всех зрителей канала News at Urient. Мы рады продолжение серии Mafia 2 Definitive Edition. В прошлой серии мы с вами смогли все-таки попасть в банду профессиональных гангстеров, да? У нас все пошло хорошо, потому что мы там начали воровать классно, короче, еще. Закупились там хорошими квартирами, машинами, походу у нас все пошло четко. Следующая серия у нас, так, это отмена, да? Глава 10, обслуживание в номерах. Вилла Скалета, 15 февраля 1951. Мы просыпаемся у себя, скорее всего, уже дома. Или это... Ну, наверное, это дом его. Он, наверное, что себе купил дом профессиональный, классный. Да? Так, сейчас. Снимите трубочку, снимаем трубочку. Ого, какая у него квартирка, смотрите. Алло. Ай, Вито, это Эдди. Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно. А в чем дело? Так. И телефон на разговор. Чего? Ладно, сейчас буду. Так, сорян, сейчас. Что? Приезжай к Джо быстренько. Как можно скорее встретиться с Эдди дома у Джо? Давай, давай, давай. А мы на первом этаже живем, да? Так, это что такое двери? О-о-о-о, так, надо быстрее одеваться. Где у нас шкаф? Где наш шкафчик? Возле двери, наверное, где-то должен быть. Здесь, что ли? Вау. Так, смотрите, какие у него костюмчики есть. Вот такой, вот такой, вот такой есть. Может, мы какой-то жакет одним? О, давайте в такой оденем. Надеть. Круто, смотрите. Чемпион. Окей, давайте. Так, что, можно похавать? Нет. О, каминчик какой классный, смотрите. Ё-моё. На. Вау, какая у нас квартирочка, смотрите, классная. Тачка-то где? Вот это у нас, конечно, дом. Поняли, да? Прям система. Так, едем. Так, как бы нам сейчас выехать хорошо? Вот сюда. И полетели. Так, полицейские, полицейские. Ладно, потихонечку едем. Так. Ого, направо ты заворачиваешь, чувачок. У вас одинаковые тачки, кстати, зелененькие. Что-то у всех зеленые тачки, смотрите. Одни зеленые машины. Вау. А что мы там сделали в прошлой серии? Напомните-ка мне в чате. Вот не в чате, а в комментариях. Мы вроде бы... Вот, мы... Жду попали... Банду, да, нас взяли, хорошо. О, не то повернул я. Я не то повернул. Назад, 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 назад. Его тоже взяли, меня взяли. И там пришлось мне немножко вырезать ролик, потому что он там с авторскими правами был. И там было показано то, что у них там они награбили там хорошо. Все сделали. То есть как будто дело хорошо пошло такое все. И, наверное, сейчас какие-то проблемы начались. Походу, скорее всего, какие-то проблемы начались, реально. Потому что все хорошо в бандах не может быть. Поначалу, да, может быть, где-то повезет, где-то хорошо. Но уже сложно. Потом уже сложнее. Потом уже сложнее. Вот это мост. Вот это мостик классный, да? Круто. Смотрите как. Вау. Это тот же мостик, который был в первой серии? Может быть, нет? Но очень похож. О, полицейский. Преследую гонщика! Блин, сорянчики. Так, сорянчик, сорянчик, превысил скорость. Как он понял то, что я скорость превысил? Это как? Я вроде бы сзади был, да? Блин. Вот это чуваки. Вот это чуваки. Полицейский прям рядом. А что, мне типа остановиться можно? Может, не будем останавливаться, пожалуйста? Хорошо, едем, едем пока. Хорошо, полицейский, тормозите там. Тормозите, тормозите. За мной не надо, уезжай, ехать не надо. Они за мной поехали, чуваки. Я быстренько. Давай, давай, давай. Беги, 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 беги. А у меня стволы есть, нет?
Забегай, забегай! Чуваки, идите нафиг отсюда! Все? Заходи, хорош. Они не увидели, да? Все шикарно, чуваки, все отлично. Ну, полицейские, блин, а? Хотел меня поймать, не получилось у тебя. Хорошо? Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто молодцы, они уже... Молодой доброе чипов. Утро. О, привет, Вита. Марти, ты чего здесь? Марти. Что, сказал, вам помощь нужна, и раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять. Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я еще поговорим, да. Ага. Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Фалькона. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клименте. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клименте. Именно. Сегодня у Клименте большая встреча в гостинице Герб Эмпайра. Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю? Не волнуйся, у меня есть план. Черт! Джо, убери сейчас же. Эдди, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать, то... Твою душу мать, убери немедленно. Ладно. Мозги растерял. Ладно. Дерганый ты какой-то. Ага. То есть мы средь бела дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись. Она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется, будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взрывать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Ого. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати, я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберта рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Марти, что ли? Ну, он же не член семьи, так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь? Пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что. Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Понятно, короче, пацанчик, да, с нами? Возьмите машину Джо, отвезите Джо и Марти в отель Герб Эмпайр. Let's go. Эй, Джо, ну так, чё там за работа? Такая, о которой тебе лучше не знать, копишь? Хм, ну ладно, но если что вдруг, пушка у меня с собой. Да ладно, успокойся, Билли Кит. Ладно, она не понадобится. Билли Кит. Билли Кит, короче, Билли Кит. Так, Билли Кит, ладно, Билли Кит. А полицейский за нами охотится же? Смотрите, я ван тут разыскиваюсь. Чё, так медленно иду? Эй, где вы там застряли? Давайте. Сюда с оружием нельзя. В смысле? Можно. Возьмем мою машину. Ладно, я поведу. Давай. Где там твоя тачка-то? А, вот здесь? А чё пацан нас не ведет? Он же водила крутой. Только не убей ее по дороге, нам на ней еще убираться. И что-то мне кажется, что авария и взрывчатка плохо дружат. Да вообще. Взрывчатка? Да, фейерверк устроим. Ты этого не слышал. Едем в гостиницу Герб Эмпайра. Заедешь в подземный гараж только через черный ход. Вант, это меня прикиньте было. Вита, ты совсем двинутый. Да если пошли. Она порвется, мы трупы. Сорян, чуваки, у меня просто полицейские здесь, оказывается. Нас уже разыскивают. Нас уже разыскивают.
Может, из рати пар размотал? Блин. Ну же, ребята, расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же. А ты что? Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Блин. Ну, мне же просто интересно, все эти тайны... Марти, все эти тайны не просто так. Короче, надо еще переодеться, надо пере... Тачку. А будешь и дальше задавать глупые вопросы. Тачку, короче, надо будет что-то сделать с ней. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Блин, нет. Да ради бога. Нет, 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 вы нет, что, нет. Вы правда собирались всю гостиницу взрывать? Марти! Ну все, все, извините. Только слово мне еще скажи. Прости, я больше не буду. Ни слова. Мамой клянусь. Мамой клянусь. Блин, полицейский, вообще миллион здесь или что? Так, сорян, чувак. Сорян, чувачок! Ну ё-моё, миллион типов. Ну все, вот гостиница. Въезд в гараж с другой стороны. Еду, еду. Может, я успею все-таки. Нет, полицейские рядом. Вставай там и слушай. Все пушки оставим в машине. Еще не хватало, чтобы громилы Клемента нашли их при обыске. Блин, полицейский, пожалуйста, с другой стороны. С другой стороны, пожалуйста, полицейский. С другой стороны, пожалуйста. Пожалуйста. А куда мне? Сюда? Куда мне ставить-то тачку? Вот сюда? Что делать-то? Фу, они стреляли. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах, заводи машину. Будем отсюда делать ноги пронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Клементо снял весь 18 этаж. Это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. Ого. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник, встреча еще не началась. Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Круто. С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. Чего, и уже? Мы не хотим поднимать шум, пока Клемента не приехал. Так что не делай глупостей. Ха. Это разве не моя реплика? Будь здесь! Всегда на вторых ролях. Чувак, блин. По костям тут полицейские вообще-то хотели размотать нас. Ого, ты открываешь это здание? О, черт, закрыто. Этот козел должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Мать. А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду на случай, если этот кретин заявится. Вот же ленивая тварь. А куда мне идти-то? С какой стороны? Вон там, может быть? О! Да вот же вход есть, бро. Переоденьтесь, проберитесь и найдите форму. Как я могу вот так зайти, бро? Видишь, ты налял? Ну? И где он? Вы постоялец? Да, да, да. У него ведь наперекор. Но... Он псих. Теперь нам еще за него стирать. Ну? Прачечная, мне-то одежду найти, да? Здравствуйте, товарищ. Так, форма уборщика, чтобы... Так, где мне найти форму ихнюю? Здесь? Вот форма, да? Мне правда жаль, что я раньше не успел. Еще минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Угу. Хватит уже, пошли отсюда. Блин, чуваки, где мне искать форму? Ты зашел, нет? Вот видишь, все под контролем. Пошли, форму заберем. Давай, давай. Окей. Так, получилось вроде как. Вита, и еще. Вот, надень. Совсем охренел. Ха!
Так нас не узнают. Надевай. Усы. Класс. Усы. Поехали. Усатый тип, смотрите. На лифте поднимитесь на 18 этаж. Эй, вы, сюда. Идиоты, уберите этот бардак. Блин. Вам что, уши заложило? Сюда, кому говорю. В смысле? Уберите эту дрянь, ну? Или кто-то поскользнется и шею сломает. Может, мы надубасим этого типа, нет? Пошли, быстрее. Ого. Эй, вы, наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Давай. Эй, Ричи, пошли с нами. Да это же Генри. Генри? Ну да. Прикинь. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Давай, чувак. Это реально Генри был. А что он тут делает? Блин, вот это да. 100 лет Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клименте. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь. Попа, здравствуйте. Самое, блин, время. Где это вас носило? Да тут так было. Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Давай. Опа, чуваки. Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Ты что там стоишь-то, бро? Идите и уберите. А, так надо подождать просто? Там скоро начинается большая встреча. И если все не будет сиять, может, босс огорчится. Так что если голова на плечах дороги, это значит да. И убирайтесь оттуда вон. Дяди Клименты не должны узнать вас. Люди Клименты не должны узнать вас. А ты как? Здравствуйте. Откройте дверь, пожалуйста. А как? А он сам откроет? Очень сомневаюсь, Ромео. Ну давай, возьмем пиццу, поиграем в бинго на заднем сиденье. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Окей. Беспорядок? А, этот. Ну да. Вы двое, что надо? Спасибо. Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. А, ударился, да? Головой. Раз, пять или ого, шесть. Сколько здесь. Так что теперь тут все в кровище. А, да? У нас скоро начинается совещание. Охренеть. Так что уберите-ка все здесь и побыстрее. Ладно, потихоньку. Вот козлы. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ха-ха, ну да, помоги мне тут. Вырезать дыру? Че, реально? Ах, блин. Мать вашу. Желтый. Так, синий. Это плюс к плюсу. Красный. Нифига себе. Попал туда. А как он будет? Он что-то тянет провод или что? Синий. Тут накрест. Готово. Окей. Самое сложное позади. Что делать надо? Что, моем полы? Отмойте пятна, хорошо, чтобы никто не... Чтобы их никто не испалил? Ну, давайте начинаем мыть. И вот здесь, убери. Офигеть, что, реально отмыли все? Нифига себе. Бро, а мы сделали все. А, кажется, все чисто. Хорошо, можете убираться. Спасибо, бро. Следуйте за Джо на крышу. Ладно, теперь пошли на крышу. Нифига себе, ты сколько типов. Нас могут спалить, мне кажется, нет? Это Клименте. Мы бы его прямо сейчас завалили. Если было чем. Ага, и нас бы самих свалили через секунду. Пожар идет по плану. Охренеть, вот это сложно. Было бы, конечно, здесь. О, куда мы? А, прям сюда? На крышу выходим, нас палят, наверное, нет? Черт, я не привык к такой физкультуре.
Зачем тут настроились? Это на руках понести. Ступеньки, ступеньки. Сейчас я сдохну. Блин, ну сейчас нас палят, я тебе говорю. Давай, давай. Ты меня все время торопишь вроде. Бро, ты че такой сложный? Давай быстрее. Братишка, молодец. Вита, Вита, постой, я кое-что забыл. Держи, это тебе. В смысле? Так у тебя просто же стволы были. Вы же стволы... Круто. Эй, хорош, у тебя стволы были, ты мне говорил, что... 19-11 с улучшенным магазином. Его 23 патрона, так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего два. Спасибо. Не за что. Нифига Ладно, себе. Ладно, пошли уже к люльке. Он сказал, что у него стволов нет. Лучше, блин, красотища. На что уставился? Господи, успокойся, ну, что черт, там крыша может оказаться. Твою мать. Ладно, пошли отсюда. Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени. Повезло. Что делаем? Найдите люльку для мытья окон. Это где? Сзади? Что за люлька? Нам что, выходить сюда? Чувак, мы что будем делать? Разматывать их или назад выходить? Ладно, открываю. Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай! Черт! Буйка! Блин, может мы зря сюда вышли, а? И это все, чем меня порадует? Ты попал! Ты просто супермен! Тут миллион их оказывается. Прикрой меня, Вита! И это все, чем меня Блин, порадует? Блин, а почему мы сюда-то пошли? Я вернулся! Бро, почему мы именно под сюда пошли? Тут миллион их вообще. Куда? Откуда? Вон там он. Я увидел. Кто ты стреляешь? Пойдем. Пойдем, братишка, мы. Ну там лестница. Осторожно, там могут быть другие. Да, да. Я понял. Блин, я перезаряжаю зря. Я перезаряжаю зря. Прикрой меня, Вита. Ну, ты... Нормалек. Так быстро их. О. Спасибо. Четверка. Чуваки, куда идти-то? Люльку для мытья окон? Что за люлька для мытья окон? Это где? А, на карте вообще другое место. Да тебе надо туда подняться наверх, да? А, я понял. Надо, короче, было подняться. Или что, там есть вход? В смысле, там что, ход есть, что ли? Хода нет, вроде. Все, поднимаемся наверх. И бежим тогда. Странные какие-то тут лестницы должны были поставить. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Вау, смотрите, какой вид. Вот это видок. Чуваки, это чё, офигеть? Назад. Так, чё это, патрон для ББ? Так, поднимается. Привет. Вы что это творите, а? Я еще окно не... О, черт. Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю. Молодец, руки за спину убери. Окей, бро. Так. Да дай я уже это... Вот лента, свяжи-ка его. Лента?
Он его будет связывать? Считай, что тебе повезло. Остальных застрелили. Да, жестко. И ноги тоже? Ладно, залезай. За работу. Так, отпустите люльку пониже, чтобы подорвать бомбу, не вызывайте подозрений. Они нас еще не спалили, что ли? Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно нет, поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что? Ты с ума сошел? А если нас накроет взрывом? Не накроет, мы едва заметим. Надеюсь. Посмотрим. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. Отлично, вот и наш этаж. Вита, бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Давай. А как мыть-то? А, вот эту хрень? Чего ты ждешь, балбес? Да бери, бери. В театре кричи. Работай давай. Сорян, сорян. Блин, я вот так затупил, конечно, жестко. И чё? И чё сейчас будет? Тут должна быть музыка, скорее всего, да? Мне начинает мыть. И все, готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел? Да, прямо как часы. Вот так. Эти кретины и не узнают. Ба! Суси, что за... Бог ты мой! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Охренеть. Едва заметим, да? Мусы отлезли, типа. Глянем. Вот это да. Чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Они что, вниз спустились? Зачем? Фу! Что за... Черт. Господи Иисусе, я чуть на ботинке себе не отлил. Ну и разгром. Эй, прямо землетрясение. Какого хрена? Ой, черт. Вот везунчик. Что-нибудь сейчас воевать с ним? Берите стволы. Ах вы уроды. Но стволы, стволы достаньте. Его нельзя упускать. Давай, Вита. Блин, стволы достали, постреляйте в него. Что так долго-то? Эй, ну мы ему устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано. Двигай. Погнали, погнали. Бейте Климента. Нет! Я ни в чем не вижу! Нет! Осторожно! За стеклянной стенкой! Бра! Я захожу! Ложи того с автоматом! Охренеть! И это все чем меня порадует? И вискачи, дорогущие! Чуваки, вы что так много-то здесь? И коту под хвост. Что, не сзади тоже? Но ты трон! Так, давай, бери автоматик, бери автоматик. Стреляешь? Я вдруг не дверь, Вита, я справа. Чувак, ты что тут делаешь, блин? Вот это да, вот это тип. Блин, мне бы себе фотку сделать. Короче, вы поняли, да? Может, в группе ВК где-нибудь запостю, сейчас будет ссылочка в описании, заходите. Блин, поржете там. Офигеть. Патроны взял? Все, давай, открывай. Открывай, бро. Пожалуйста. Так, что делать-то? А что ты делаешь? Кого ждешь-то? А, с другой стороны? Хорош. Никого нету. Чувак, кто там орёт? Прикрой меня, Вита! А, мать! О, чёрт! Он кинул... Он молик. Там ты не пройдёшь! И это всё, чем меня порадует? Чёрт! Пожарные экраны сработали! Правда? А я думал, дождь пошёл. Да, думал. Ни черта не вижу в этой воде! Так. Давайте, давай, чуваки! Быстро, сэр! У нас не получится, бахан. Мать, гляди, опять ломится! Давайте, уроды! Я вас жду. 3, 2... Так, это что еще такое? Уходите отсюда, мэр! Мы против вас ничего не имеем! Да давай быстрее!
А, офигеть. Другой раз бери бомбу побольше, ладно? Ну откуда мне было знать, что Клименто засел в сортире? Ну а чё, обосрался? Обосрался, вроде, что бывает. Не засел бы, если бомба не рванула до срока. Не ссы, мы его достанем. Да, ствол прикольный, кстати, вообще. Стреляет хорошо. Доставай оружие! Ух, хорош, что меня засейвил, чувак. Осторожно, наверху! Чёрт, ещё один! Куда? Чего? Просто Супермен! Я же... Ай-яй-яй-яй-яй, вы погибли. Как же он мне попал? Я даже не понял. Сверху, типа, кажется, был. Так, еще раз. Давайте, сейчас резко. Откуда он? Осторожно, наверху! А, с этой стороны. Стреляешь, как моя сестра. Я вернулся! Кто-то в этим... Сними придурка наверху! Прикрой меня, Вита! Ну! Офигеть, они со всех сторон, оказывается. Чувак, ты что делаешь? И это все, чем меня порадует? Это попал! Прикрой меня, Вита! Блин, офигеть! Let's go! Какие несложные. Может, ствола мне с этого стрелять лучше, с пистолета? Марти! Нет! Нет! Мать! Его убили! Убили! Ладно, Джо, Джо, пойдем, надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Охренеть. Клименто удирает. Пошли. Я убью его. Охренеть, прикиньте, типа разнесли. Да ну нафиг. Молодого типа раз поймали. Ну а такое да, чё? А, думали это конец, а вот и нет, уроды. Ладно, осталось двое. Если они разделятся, ты только за Клименто езжай. Я умею водить, ясно? Просто любой путь по наготове. Не забивай голову, просто едь за Клименто, он в чёрном лимузине. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Давай, давай, давай. Да, даже сейчас в страхе, а? Давай, 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 давай. Давай! Хорош! Я ним... лучше всех! Прикрой меня, Вита! Давай, 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 давай! Куда он заворачивает? Давай, 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 стреляй в него! Как ружку взять? Хорош, хорош. Все, конец ему. Ему давай, все-таки проверим. Давайте 200 патронов в него пустите еще. Охренеть, вот это да. Он живой это же? Это за Марти. Да, жесть. Я думаю, мы его не догоним. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Так легко? Пострадали по этому, по городу и все? Полицейский вас не будет догонять? Все? Спокойно так? Я позвоню. Так спокойно все. А полицейский, позвони, там ЧС, там что, нет никого? Нифига себе. Это Джо, дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там! Ладно, ладно, а Клименто? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Всякое бывает? Успокойся. Он был моим другом. Понятно тебе? Джо, Джо, не капай мне на мозги. Полегче. Это была твоя идея. Парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ну да, так-то. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Ну хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости. Да, обидно, пиздец. Пипец. Обидно, типа, конечно, поймали, размотали. Ладно, отправляйся домой. Я не знаю, что будет дальше.
Даже интересно, что будет дальше, да? Так, куда мне сходить? Сюда. Так, вышли. А мне домой далеко бежать? Далековато так-то. А тачку мне предоставить, а нет? Ой, одну тачку, нет? Вообще нет, пешком идти? Ну хоть тачку-то предоставьте мне, пожалуйста. Пипец, что мне делать? Может, где-то мы найдем здесь. О, ура! Машина какая-то есть. Все. Окей, так, все, тачку мы взяли. Вроде нас не спалили. Так, по мосту обратно едем. Да, пацана жалко. Пацанчика жалко, но серия интересная. Серия прикольная. Переоделись в уборщиков. Взорвали, конечно, эпично. А потом начали стреляться. Я бы побоялся бы туда спуститься вниз прям. Как они не побоялись. Так, сюда. Пип-пип-пип, хорош. Так, чувачки, вы будете двигаться? Молодцы! Вы молодец! Так. Все, мы доехали. Я тачку себе заставлю. Так, припарковать в гараже. Все. Тебе уже спать надо? Давайте. Лечь спать. Окей. Легли спать. Просыпаемся также. Ночью проснулись или нет? Нет, вроде, да? А, нет, ночью. Ночью проснулись. Кто-то звонит. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из Одинокой Звезды. Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Угу. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений.
Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Лито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Короче, чувачки, вот такая вот у нас и серия. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал. В описании есть ссылочка на плейлист, делитесь с друзьями, также становитесь спонсорами и не забывайте про кнопочку спасибо. Можете поддержать канал, задонатить. Огромное всем спасибо за просмотр и всем пока.